Дорогие друзья, добрый вечер. Весна наконец-то вступила в свои права и плюс активно жмет. В первую очередь, жав, он топит лед. Выход на лед разрешается только через седьмую беседку. Вот таким вот образом это все выглядит. Либо, вы видите, какие лужи у нас под ногами. Либо есть еще один неплохой выход. Сейчас я его покажу. Это между коптильней и администраторской ВИПа. Добрый день, в двух словах о рыбалке сегодняшней. Рыбалка состоялась. Состоялась рыбалка. Много слов не надо. Либо вот. Опасные участки огорожены. И, наверное, даже близко к ним не стоит подступать. Лед достаточно толстый еще. Средняя толщина льда ориентировочно 17-22 сантиметра. То есть здесь свободно можно передвигаться и безопасно ходить. Единственное, что в лужах. Лужи. Кругом лужи. Итак, по факту, сегодня мы делали закрытие льда, на который мы пускать, естественно, будем. Но остались считанные денечки, и на лед будет выходить небезопасно. Ждем вас, друзья.